глава государства Касым-Жомарт Токаев поделился в Твиттер о деталях разговора с главами России и Украины. Поговорил с президентом Владимиром Путиным по вопросам торгово-экономического развития. По ситуации в Украине подчеркнул настоятельную необходимость достижения соглашения за столом переговоров, написал президент РК. Поговорил с Владимиром Зеленским о ситуации в решетке Украины. Подчеркнул важность достижения соглашения путем переговоров для прекращения военных действий в Украине. Достигнута договоренность о сотрудничестве в гуманитарной сфере, написал глава государства. Напомним, 2 марта состоялись телефонные разговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.